просто это работает как скелет. Вот они, наши ребра, вот он, наш позвоночник. И мы вроде бы сидим, но в то же время никакого застоя крови у нас не происходит. Все благодаря мягким резиновым вставкам, на которые крепятся реки. Впрочем, если взрослому вертеться на стуле хорошо, то детям это может помешать концентрироваться во время занятий. Поэтому детские стулья стараются делать тяжелыми. Младшие дети пока не ходят в школу, делать уроки за партой еще не нужно. Поэтому у них стул другой модели, с ортопедической спинкой, повторяющей изгиб позвоночника, и опорой, благодаря которой ноги не болтаются в воздухе. Чтобы вот ножки ровненько стояли, как полагается, чтобы было удобно. Потому что от осанки в детстве зависит дальнейшая судьба нашего здоровья.